Друзья, всем привет! И сегодня хочу с вами распаковать посылочки. Мне пришли целых три, но распакуем мы с вами пока только две, потому что... А то слишком длинное видео получится. И я извиняюсь за мой больной палец. Получила травму на даче, поэтому буду с больным пальцем в ближайшее время. Вот, и давайте начнем с первой коробочки. Коробочка мне пришла из Санкт-Петербурга от компании Велиния. Честно говоря, пока не знаю, что там. Очень неудобно мне с моим одним пальцем косым кривым. Но стараюсь жить с одним, вернее, без одного пальца, потому что практически ничего не могу делать. Сразу дикие боли. Так. Хоп-хоп. Открываем. И тут такая красота. Просто безумно красиво упаковано. Здесь открыточка. Ты прекрасна от Велинии. С любовью, ваша Велиния и адрес. Такая очень миленькая. Много голубой мишуры, такого бирюзового цвета. Очень красивая, ее здесь достаточно много. Давайте буду по порядку, поскольку тут все достаточно хорошо упаковано. Так, самое большое, что достается, это шампунь увлажняющий с экстрактом морских водорослей и корнем лопуха. Так, сейчас. Такой большой флакончик достаточно увесистый. Здесь получается 330 миллилитров, вот такой зелененький, значит, ой, что я задумалась, так, не содержит сульфат. Мягко и тщательно очищает волосы, кожу головы, предупреждает пересушивание волос и кожи головы, улучшает состояние волос. Экстракт морских водорослей насыщает необходимыми микроэлементами, создает эластичный защитный слой, восстанавливает упругость, блеск и силу волос, поддерживает водно-солевой баланс. Экстракт корня лопуха укрепляет волосы, способствует восстановлению эпидермиса кожи головы и структуры волос. Пантенол увлажняет, улучшает структуру и прочность, придает волосам пышность и блеск. Взяла его потому, выбрала потому, что он с морскими водорослями. У меня был как-то шампунь с морскими водорослями. Это было лучшее средство, которое я когда-либо пробовала. И для моих волос такого смешанного типа это был лучший шампунь. Вот, поэтому... взяла на пробу. Все-таки наше производство российское. Так, здесь очень много мишуры. Очень много мишуры. Так, и здесь еще маска и какая-то рекламка. Так, вот такая маска. Она в пакетике. Я так понимаю, что она сухая. Давно хотела попробовать альгинатные маски. Альгинатная маска стимулирующая с экстрактом суданской розы. Так, заметно сокращает морщины, предотвращает их формирование, запускает процессы регенерации, защищает клетки от свободных радикалов, повышает тонус, упругость кожи, корректирует овал лица. Кожа выглядит более молодой, ухоженной для любого типа. Ну, давно хотела альгинатную маску попробовать, как-то не сталкивалась с ними, вот как раз попробую. И здесь у нас 30 граммов. Вот, и еще здесь была такая рекламка.
Сила природы в косметике. И здесь несколько средств представлено. Можно более детально рассмотреть. Вот, все обязательно буду пробовать. И потом вам обязательно расскажу. Думаю, что где-то, наверное, недельки через 3, максимум 4. И давайте плавно перейдем ко второй коробочке. Она очень тяжелая. Здесь почти 2 килограмма. Честно говоря, не знаю вообще. То есть я знаю, что там, но давайте вместе распакуем. Так. Коробочка мне пришла из Пермского края. Вот. И давайте ее распакуем. Вот такая коробочка. Так. Открываем. И здесь у нас соли. Жидкие соли. Так. Это доктор Аква. Вот такая вот спа эксперт соль. Жидкая соль. Ой, доведется мне познакомиться вообще, что такое жидкая соль. И вот такая вот спа эксперт соль. Разница в том, что одна из них йодобромная, а другая обычная. Вот, обязательно попробую и тоже расскажу вам где-то недельки через 2-3. Значит, вот, йодобромная соль благотворно влияет на организм в целом, способствует восстановлению жизненных сил, улучшает кровообращение, восстанавливает работоспособность. Подходит для ухода за телом, для ухода за ногтями, за руками, за ногами. Вот. А здесь так, поддерживает процесс обновления клеток кожи, усиливает ее защитные функции, сохраняет молодость и здоровье. Подходит для волос, для лица и для тела. Вот, так что... Ой, буду знакомиться, буду пробовать, потом вам расскажу. Объем здесь в обеих баночках по 600 миллилитров. Все, собственно, больше здесь ничего нету. Коробочки обязательно оставлю. Коробочки никогда не бывают лишними, они всегда пригодятся. Вот, а с вами мы увидимся в следующих видео и ждите обзор об этих средствах, об этих двух разных компаниях. Обязательно про компании расскажу поподробнее и отчет. Так что увидимся. Пока-пока!